Смотри на то, Нести! Благодаря тебе я снова свободен! Поисисо, Нимато, Писантропо! Рассчитывал убежать? Вперед!
пропустим его. Нападать на меня. Ты куда? Нашел. Не повезло. Чем тянуть? Я его вижу. Сейчас!
сейчас умрешь! Я просто тебя убью и получу деньги! Хайре, друг. Тут... Положись на меня. Я здесь по... Положись. Вернусь. Ugh!
теперь за деньгами. Вперед! Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Пора за наградой. Тебе
Тебе не помешает битва. Я жажду. Не бой. Разделим по... Доживи. Тебя воронье! Ты! Тебе не сравниться со мной! Никогда! Не сдаваться!
Ну что, поехали! Удалось добыть? Это твое. Это моя.
кровь. Ты удал... Мистий, ты услада для... Полегче. Не на того напала. Извини, я... Рад слышать. У Карагас... Думаю, никто... У меня... И не надо. В молодости мы убегали... Может, и я буду таким страстным. Сейчас во мне больше стра... И что я могу сделать? Я узнала об эликсире, который дает тому, кто его выпил, силу и вынос... Ладно. У нас... О, и... Я хорош... Я принесу ингредиенты. Алексиус, здесь прекрасно, правда? Боги так близко. Я чувствую присутствие Аполлона. Как дела с Алпинором? Поговорим об этом позже. Кто это? Простой паломник. Он был у Оракула. Я спросил, так ли она всесильна, как говорят. Ну, и как? У меня больше вопросов, чем ответов. А то она и Оракул. Ты не соврал. Это и правда копье Леонида. Само сорвалось с языка. Малака, Варнава, думай головой. Просто он интересуется легендами, как и ты. Я думал, вы поладите. Как же... Thank you.
Стой, или копье пронзит тебе горло. Кто ты такой? О твоей недоверчивости я тоже упоминал. Меня зовут Геродот. Я историк, или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Хм. Это правда. Почему ты скрываешь свое имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и меня, Варнава. Значит, ты просил у Пифи совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу. Людей гонят прочь. Я хочу поговорить с Пифией. Но очередь! Да я состарюсь раньше, чем дождусь. Ха-ха-ха! Да ты шутишь! У тебя нет недостатка в оружии. Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Жрец? Ладно. Но если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Он потрясающий, правда? Я хочу увидеть Пифию. Войти могут лишь те, кого избрал Аполлон. И как стать избранным? Занять. Я похож на того... Ощути силу света Аполлона. Этот свет способен разогнать тьму. Выбирай мудро, смертный. Лишь один вопрос. Скажи, что хочешь знать? Что нет? Я слышал это из-за ранения. Я лишился матери. И хочу найти ее. Где она? Это ты! В моем видении! Дитя на скале! Откуда ты знаешь? Уходи отсюда! Иди! Уйти? Ты хоть знаешь, чего мне стоило сюда попасть? О, я знаю. В Каососе ты бросил вызов жрецам. Ты спас девочку и ее семью. Но как? От света не скрыться никому. Прошу, помоги мне. Ответь на мой вопрос. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди.
Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос! Я не уйду без ответов! Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет же. Она видела меня ребенком на скале. Любой мог стоять на скале. Меня сбросили со скалы. Это мое рождение и моя смерть. Говорю тебе, она знала, кто я. Что сделал? Пыталась предупредить. Предупредить? О чем? Она говорила о культе космоса. Знаешь о таком? Слышал кое-что. Его адепты появились в Дельфах. Но это только слухи. Похоже, Пифия их боялась. Стражи увели ее. Увели? Значит, слухи не врут. Если они добрались до Пифии... Это ужасно. Понимаешь, что это значит? Теперь культ управляет миром. Я поговорю с ней, когда ее не будут так защищать. Тут без чуда не обойтись. Она всегда под охраной. Я разыщу дом Пифии и получу ответы. Алексиос, вспомни, где нужно действовать хитростью, грубая сила не поможет.